Всем привет, друзья! У нас сегодня серое небо, бьет дождик и бушует ветер. Очень мне понравилась фотография из интернета, я обязательно выложу. Ну вот она актуальна как никогда. То есть вот видите, какой у нас ветер. И вот он поднимается и нарастает. Вот такая у нас не очень веселая погода. Осенняя, холодная и дождливая. Капает, капает и капает. Видите, как у нас все желтенькое, холодное. В общем, на самом деле все серое. Серое, холодное. А внутри у нас тепло, светло и хорошо. Зреют плоды, кто-то у нас цветет, цветет и пахнет, пахнет и цветет, плоды висят. Такая вот красотень. В общем, тепло, светло и хорошо. Очень многие цитрусы начинают у нас сейчас бутониться. Кто-то зацветает, кто-то плодоносит, кто-то зреет, кто-то спеет. В общем, такая вот красота. На самом деле, прям приятненько, приятненько, приятненько. Хорошего вам настроения. Всех вам благ. Вашим растениям процветания и бурного роста. На самом деле, многие сейчас цитрусы все-таки дают прирост, и не все, конечно. Но опять же напоминаю, что, дорогие мои, самое главное создать условия, которые будут комфортны и для вас, и для ваших цитрусов. Ну и, конечно, в итоге получить вот такие вот шикарные плоды. Сейчас у нас проходят акции. Какие-то растения уже проданы, а что-то еще осталось. Ну, вы нам пишите, и мы обязательно вам пришлем варианты, которые вас устроят, которые вам понравятся. Всех вам благ, обнимаем и приглашаем в гости. Приезжайте, а те, кто не могут к нам приехать, мы можем отправить по ссылке. Отправляем по ссылке в разные регионы. Пока что еще DPD, это единственная транспортная компания, у которой есть тепловой режим, еще не включила такую функцию. То есть пока все посылки отправляются в обычном режиме. Отправляем мы с ДЭКом, Боксбери, DPD, почтой. Если нужно, утепляем по возможности. Опять же, по желанию вашему вы пишите, мы утепляем. Обязательно сделаем комфортным поездку ваших растений, по возможности максимально, конечно же. И я очень надеюсь, и нам будет очень приятно, когда вы получите ваши растения, и будут они вас радовать, и вы будете ими наслаждаться. Приятных вам покупок, хороших вам осенних денечков, благополучия, счастья, позитива, хорошего настроения и всего самого-самого-самого чистого сердца. Пусть у вас все будет лучше, качественнее и вкуснее. До новых встреч, друзья! Такое маленькое, коротенькое видео для поднятия вашего настроения. Счастья вам и благости! Цитрус Микс всегда с вами. Пишите.